Радости жителей микрорайона Онтустык, которые на протяжении 2 лет использовали любые возможности добраться до центра города в объезд, нет предела. Реконструкция моста вынудила людей ежедневно наматывать лишних десяток километров, тратить свое время, либо добираться пешком через стройку. Одну часть моста строители сдали в эксплуатацию по многочисленным просьбам, невзирая на то, что работы на второй половине ведутся до сих пор. Очень благодарны строителям, благодарны всему руководству, что действительно мост уже будет работать. Ой, мы так ждали этого дня, когда нам мост откроют. Мы рады, благодарны. А то мы с сумками, сетками ходим и с детьми. Спасибо им большое. Работы по строительству нового моста вместо старого начались осенью 2014 года. Строительной компании пришлось испытать ряд трудностей при демонтаже старого и строительстве нового моста. Однако задержек со сроком сдачи путепровода не будет. Мы проложили 3 слоя асфальта. Первый слой 12 сантиметров, второй 10 и третий 6 сантиметров, а также 7 сантиметров щебеночно-мастичного асфальта. На строительство моста было выделено 1 миллиард 142 миллиона тенге. Завершение работ на 95% позволило сдать в эксплуатацию часть моста. Подрядчики, освоившие до сегодняшнего дня 689 миллионов тенге, обещают полностью сдать объект в начале ноября этого года.